На территории при Ангаре сохраняется пожароопасная обстановка. В связи с этим к жителям региона обратился министр природных ресурсов и экологии Иркутской области Олег Кравчук. Уважаемые жители Иркутской области, в связи с наступлением периода высокой пожароопасности с 13 апреля по 10 мая в Иркутской области введен особый противопожарный режим. Данный режим предполагает запрещение на разведение всякого рода костров, сжигание сухой травы, порубочных остатков в садоводствах, в лесах. Органам местного самоуправления предписано обеспечить соблюдение противопожарного режима. На предстоящие выходные праздничные дни сохраняется высокий прогноз по пожароопасности. В этой связи я обращаюсь к вам соблюдать данный режим. От этого зависит наша с вами безопасность. Спасибо.